Так, ну что, всем привет, очередной квест подземелье, то есть какие-то первые боссы. Сейчас он успел двух боссов, что падает, полезно для нас. Все не ошибаюсь. Так, жезл, ладно. Запястье, вот запястье хорошее падает для нас. Да мне кольцо неплохое очень важно. Тетку сюда. Канс сбить и не можете, что ли? Чтобы она подошла. Хочешь нас сбить канс, и она подойдет. Мой господин, я сделала, как ты велел, и теперь молю тебя о благословении. Твоя жертва является лучшим подтверждением твоей преданности. Падает с этого босса. Воистину ты достойна этой ложи. Восстань, отныне и по веки веков ты будешь известна, как слава вечно скорбящая. Твое первое испытание ждет. Уничтожь ночью непрошенных гостей. Я с радостью уничтожу их во имя тебя. Ну что ж, враги леди, я покажу вам всю силу короля Лича. Скипим, так скипим, чё ж. Что за недоноски осмелились вторгнуться сюда? Поживее, братья мои! Угощение тому, кто принесет мне их головы. Такс. Thank you.
что не подобрал. Серьезно, не хватило? Че, серьезно, еще не все? Ну чё, никто кидать не хочет? Так куда ты кинул-то, господи? Кабиле. Сначала нужно выбрать цель. Давайте это убьем. Так, ладненько. Блин, а лопа сбить надо. Посмели переступить порог моего дома и бросить мне вызов! Я вырву ваши сердца и преподнесу их Богу в сердце! Брать меня! Я вам жаждой бури! Почти меня своим присутствием!
Так, ладно. О, кинжал упал. По идее, кинжал нам не нужен. Так-то. Вроде. Или подожди, у нас 20-я шмотка, не помню, 25-я или 20-я. Сейчас глянь. Да, у нас 25-я. У нас, естественно, лучше. Естественно. Так, осталось последнее, да, сходить. Путешествие во времени. Так, а тут у нас осталось два квеста еще. Локалки делаю.